Работники торговой отрасли в честь своего профессионального праздника принимали поздравления на приеме главы Артема Владимира Новикова. Сегодня на территории округа работают 458 магазинов, 138 торговых точек, а 116 предприятий оказывают услуги общественного питания. В 2015 году розничный товарооборот составил более 12 миллиардов рублей, что почти на 9% выше, чем за предыдущий год. А вот оборот предприятий общественного питания за этот же период снизился на 0,5% и составил около 2 миллиардов рублей. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю успехов, желаю дальнейшего роста, значит, укрепления благополучия вас, ваших сотрудников, с тем, чтобы мы совместно с вами смогли преодолеть быстрее, чем планирует правительство Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, кризис. За прошлый год в Артеме открылось 68 предприятий торговли, что позволило создать 143 рабочих места. Из них 12 в сфере общественного питания. Кроме этого, на территории округа продолжается работа по организации магазинов социальной направленности. Цены в них ниже в среднем на 10-15%. У сферы торговли очень трудная задача. Ей необходимо найти тот тонкий компромисс между интересом производителя и возможностью покупателя, чтобы товары были доступны и торговая наценка была взвешена. Поэтому большое искусство заниматься торговлей. Глава Артема наградил лучших представителей отрасли. 4 человека получили почетные грамоты администрации города. Еще 7 благодарственные письма и подарочные книги. Торговля обеспечивает потребительский рынок, обеспечивает жизнедеятельность вообще всего населения. Когда есть профессиональный праздник, да, для работников этой отрасли, это очень важно. Это же, получается, таким образом отмечается их роль вообще в жизни общества, да, и значение, значимость данной профессии. Максим Шпак, Денис Надельный, Светлана Нурик, «Городские новости».